против. Я против, Герман. Но ты ведь все равно пойдешь, да? Не помешаю. Ну что ты, Эд? Как ты можешь помешать? Ты последнее время очень много работал. Думаю, что скоро можно будет и отдохнуть, и отпраздновать. Я надеюсь. Виктор, я хочу, чтобы ты сменил меня. Мне кажется, мы уже закрыли для тебя.